Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёствун, и мы начинаем кампанию зазергов Heart of the Swarm в Старкрафте 2. Итак, ребята, прошло 3 недели с момента атаки тиранов на Чар. Бывшую королеву клинков держат в секретной исследовательской лаборатории в Умаджанском протекторате. Сару Керриган терзают противоречия между ее темным прошлым и неопределенным будущим. На самом деле, я ожидал, что ее вроде как типа Рейнер, он же еще тогда говорил, что если она типа станет человеком, то я ее просто заберу отсюда. Я надеялся, что он как бы попытается ее вырвать из лап человечества и просто где-то там жить типа вдвоем, я не знаю, на отшибе, подальше от людей, увести ее, скрыть от всех. Но она, по судя по всему, у нас в исследовательской секретной лаборатории. Что ж, очень интересно, давайте побыстрее начнем и не будем гадать, а сразу как бы это, узнаем, в чем там дело. Ёшки-матрёшки. Это похоже на того огромного зерга, который у нас был в последней миссии за Тиранов. Планеты утонут в огне. Танки это, конечно, неплохо, но что-то бункеров не видно и ПВОшек. И в конце концов, на этой планете я свершу свою месть. Нифига себе, это такой большой батлгрузер по сравнению с городом. Я королева клинков. У меня такое ощущение, как будто наша первая миссия будет побег из этой исследовательской станции. После исчезновения королевы клинков рой распался. Войска Джима Рейнера захватили Сару Керриган и увезли ее с Чара, оставив планету силам Доминиона во главе с генералом Ворфилдом. В то же время могущественный артефакт Зелнага пропал. Керриган доставили на секретную лабораторию в Умаджанском протекторате. Там ей нужно пройти ряд тестов, чтобы принц Валериан и Рейнер убедились, что ее превращение в человека завершено. Но времени мало. Войска императора Менгска по всему сектору ведут непрекращающуюся охоту за самым ненавистным врагом Доминиона — Сарой Керриган. Маджанский протекторат. Каталог удаленных астероидов. Исследовательская станция EB-103. Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Thank you.
Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Но у нее ничего тогда способности. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерги осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. Сейчас я тут еще базу построю, какой-нибудь язычок, и разворачиваю всю базу. Но контролировать я его могу. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Мне кажется, я сейчас тут базу построю с языками и уничтожу все. Центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Да и не вопрос. Все что угодно. Я еще новеньких закажу. Минералов. Хоть ты меня об этом и не просил. А, у меня это не хватает места, да? Требуется больше надзирателей. Все идет хорошо. Можете ли вы создать больше рабочих? Чтобы создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Но я чувствую, нас сейчас вот так помаленьку этими миссиями будут это... Учить, как что делать. Сначала, знаете, как за людей будет. То есть сначала нас научат только там собачек делать. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно... Ну, я тут потратился чуть больше, чем они от меня просили. Пару ферм сделал, дополнительных рабочих. Поэтому минералов недостаточно. Ничего, сейчас накопят.
Я вот думаю, они нас будут сейчас... Умут рождения позволяет превращать личинок в зерглингов. Помаленьку вести, то есть в первых миссиях... Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. В первых миссиях будут только собачки, потом тараканы, потом, там, я не знаю, Умут гидралы. Рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Недостаточно минералов. Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Но мне кажется, они должны уж нормально контролировать ситуацию, чтобы справиться, ну там, с группой из 10 собачек. Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валерия, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Так, ну я предлагаю... Ой, нет. Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Похоже, что в других камерах тоже есть зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен. Я ведь могу освободить и их. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Да что ж такое, вот с развитием всегда меня напрягает в Старкрафте, что слишком долго развиваться надо. Так, ладно, пойдемте пока что повоюем. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Кстати, что-нибудь в омуте рождения? Нет, никаких апгрейдов не можем сделать. Недостаточно минералов. Так, эй. Ой, а я не могу почему-то все боевые единицы через F2 выделить. Просто нет такой возможности. Отлично. Эти зерглинги мне пригодятся. Ваши войска атакованы. Керриган! Это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зергах. Интересно, а Керриган потом скажет, что типа я пошутил и типа отзовет всех зергов? И скажет, ну, типа, вы просто слишком беспечны. Я же, видите, я пока что, типа, людей не убиваю. Бежим! Только машины. То есть я пока что не причиняю вреда людям. А вы можете эту дверь открыть как-нибудь? Персонал эвакуирован с нижнего уровня. Просто у меня есть задание вот эту штуку открыть. Но я не вижу, чтобы я тут что-то мог уничтожить. Закрыто. Активирование автоматической газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется.
Че, придется идти под газом, да, обдамаживаться? Моих зерглингов травят газом. Ну ладно, пойдемте. Половину сразу отведим на другую. Дверь открыта. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Мы еще вот там внизу не были. Может, нам сюда следовало в первую очередь прийти. Ё-моё, что тут взрывается все? А, это новые зерги. У тебя тут целый выводок зерглингов. Что ж, теперь они мои. Это что за штука? Ну ладно, неважно. Требуется больше надзирателей. Еще нет. Я ведь все еще в этой камере. Да тебя такую вообще выпускать опасно. А, вот он проход. Я типа теперь сам себя должен, наверное, пройти и открыть. Искоренитель активирован. Это что, самая их мощная машина, которая должна справиться с моими собачками? Критическая ситуация. Зерги заполонили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории. Так, о, тут как-то совсем по-другому выглядит прохождение миссии. Крысиные бега, выполните задание... менее чем за... Ну, блин, я тут... Можно, конечно, быстрее, я, наверное, даже... Ладно, пойдемте просто посмотрим сейчас, как тут будет выглядеть вот эти ролики там и вообще база, где мы будем находиться. Будут ли здесь новости, вот что меня интересует. Мне кажется, здесь обязаны быть новости, скейт-лог или как там ее... Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда.
Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мне кажется, Валериан не захочет просто готов. Так ее отпускать. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Слушайте, смотрите, ничего вот, никаких тебе ни новостей, только вот уровень сложности и начать задание. Мой корабль готов. Ну это может быть только поначалу, а потом что-то будет больше. Давайте еще одну миссию, все-таки это была короткая, да? Кажется, нас нашел Менгск. Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Кажется, Сара может сейчас это нам маленько зергами подсобить, если их освободить из камер. Сара! Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответь. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Джин, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Готовы к бою. Так, чё, давайте... Добраться на нижний уровень, Керриган должна выжить. Снова в седле. А на Джима типа пофиг. Вперед! Хорошо. А, смотрите, я Джима да, даже не контролю. Он, наверное, тебя. Сам по себе бессмертный. Я контролю только Задела. Сару. Марш-бросок. Прочесываю территорию. Он это просто Керриган. Бегает за мной, и все. Ладно, окей. Продвигаюсь к цели. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Поняла. Противник справа. Вполне. Иду. Марш-бросок. Маленько подставил Задела. Джима под удар, но ничего страшного. Хорошо. Ему маленько полезно. Здесь закрыто, Они да? запечатали дверь. Надо найти другой путь. На одной волне. Хорошо. Группа захвата Доминиона. Нам нужна помощь. Готова к бою. Ну, сразу одного обезвреживаем, чтобы полегче было. Это типа аптечка? Эйнар, Керриган, у этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам. А мне и так нормально, выбраться. Если что, вернусь. Чесываю территорию. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки.
Ну давай, покажи свою хватку. Иду. Хорошо. Чисто! Вперед! А вы куда собрались? Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Иду. Слушайте, прикольно, конечно, ее способность. Только я так их спамил, что все потратил. Я, конечно, могу туда вернуться, типа за этой энергией, но я думаю, забьем. Просто дальше будем тратить экономичнее. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. К транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. Вот где можно подлечиться. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу, но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Так это нам не только думаю, на руку. Что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2, 1. Я думаю, там, наверное, выбежит какой-нибудь этот. Ну это здоровый зерк, и нам все равно придется их контролить. Противник справа. На территорию. Мне нужен медаппарат. Эй, медаппарат. Ходила. Марш, бросок. Хорошо. Поняла. Ну и чё, куда нам? А здесь никого, да, дальше? Мы на одной волне. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняй всем жизнь. Сдавайся уже. Что такое? До изоляции 2 минуты, то есть надо бежать куда-то, да? Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая, мы должны добраться до той двери. Поняла. Давайте напролом тогда, я не знаю, что. Ты там как, Джим? Хорошо. Бежишь? Молодец. Прочесываю территорию. Меня сильно потрепало. Все как старые добрые времена. Ты. Ну, ё-моё. Немного посидел. Я промолчу. Давайте тогда. На пролом, значит, не получится. Ну, там времени нормально. Я просто бежал, думаю, да, надо бежать, думаю. Останавливаем, бежим, бежим, останавливаем. Да. Значит, что будем такое? Это не слишком так вперед рваться. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая, мы должны добраться до той двери. Хорошо. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. За дело. Иду. А собака-то тоже действует? Да, территорию. Нормально. Это Керриган. Поняла. Марш-бросок. Хорошо. Так, чуть-чуть отойдем. Марш-бросок. Джим, ты за мной ходишь? Пускай они там дерутся с гидралами. Подождем, пока они подерутся. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. Готова к бою. Меня сильно потрепало. Нету тут где-нибудь аптечки? Все как в старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Мы успели. Всех. Хорошо. Не останавливайтесь. Они опять вот-вот таймер. Запечатают лабораторию. Марш-бросок. Ну я понял, что теперь на таймер надо не сильно территорию. Обращать внимание. Можно всех раскидать, а не бежать на пролом. Хорошо. Ё-моё. Продвигай. Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Нормально он держит. Платить по счетам. Ну ничего, она довольно-таки больно дамажит свои способности. Тут черти что творится. Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. Керриган и Рейнер обнаружены. За дело. Я думаю, сейчас еще должна будет новая появиться. Продвигаюсь к цели. Наша старая знакомая. Понял. Ну, может, чуть попозже. Дьявол. Сколько же здесь зергов? Да,
Наверное, слегка перестаралась. Марш-бросок. Хорошо. Эту секцию вот-вот закроют. Вам нужно добраться до двери. Территорию. Продвигаюсь к цели. Иду. Мы на одной волне. Мы на одной волне. Что там? Успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Снимает предохранители. Надо это было мелкого, наверное, сперва вывести из строя. Хорошо. Ладно, это все ерунда. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Будет жарко. Ту-ту-ту. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Ну, типа, давайте газ. Хотя газ, он и нам газ. Ладно, пускай будет зерги. Все-таки Керриган, если что, может взять над ними контроль. Клетки? И мне кажется, они сейчас примерно теперь поровну раскидаются. С этими зергами. По крайней мере, шансы сравнялись. Вперед! Газ же он, наверное, и нам бы тоже был газ. Мы на одной волне. Марш, бросок. Задело. Хорошо. Поняла. Еще один остался. Иду. Прочувствую территорию. Лабораторию сейчас запечатают. Скорее. Тут всегда такой таймер типа тикает, как будто меня подгоняет. Но на самом деле времени всегда более чем достаточно. Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джин. Вперед. Тут еще что-то будет. Тут две аптечки, но надо их, наверное, экономить. Задело. Я чувствую, на нас сейчас будут нападать, да, пока мы движемся. Войска Доминиона прорвались в тоннель. А у нас движки, похоже, их надо защищать, я так хорошо понимаю. Ладно, что, я поняла. Стою на центре, как только увижу врагов, сразу хорошо бью. Марш, бросок. Поняла. Так, тут еще. Иду. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Иду. Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, блин, ребята. Блин, одного не поймал. Войска союзников атакованы. Я думаю, возьму хилку просто ради энергии. Перебью всех. Не дадим им высадиться. Сразу способностью убил транспортник. Тут что, трое? Задело. Опять, блин, одного не поймал. Хорошо. Задело. Марш, бросок. Что там? Хорошо. Двое бьют. Войска союзника. Марш, бросок. Я думаю, одного сразу отстреним. Второго так, вручную. Поняла. Да, блин, почему я вечно только на одного попадаю из двух там, допустим? Машите лабораторию ручкой. Пока мы не доберемся. Ой, блин, я случайно хилку, похоже, тут забрал. Ну ладно, они, видите, респятся. Вот там уже появилось новое. Так, тебя сразу со способности, чтобы нам не высадили десант. Продвигаюсь к цели. Так, на юге двое. Прочесываю территорию. Задело. Иду. Хорошо. Мы на одной волне. Довольно-таки просто пока что. Поняла. Задело. Мы на одной волне. Прочувствовала территорию. Войска союзников атакованы. Хорошо. Войска союзников атакованы. Хорошо. Марш, бросок. Продвигаюсь к цели. Одно, возьму аптечку. Все равно их берешь, они восстанавливаются. Так что, мне кажется, с этим проблем нет. Мы почти у цели. Мы на одной волне. Задело. Прочесываю территорию. Осадный танк.
Я обезврежу его кинетическим ударом. Продвигаюсь. Враг уничтожил один из двигателей. Осталось еще 5. Давайте не терять их больше. Давайте. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Наверное, я уже какую-нибудь ачиву профукал, типа, не потерять ни одного двигателя, скорее всего. Доминионцы разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Прикольная миссия. Состоит из множества мини-миссий, да, типа? Мы на одной волне. За дело. Хорошо. Марш-бросок. Иду. Мы на одной волне. Хорошо. За дело. Марш-бросок. А у нас тут прям небольшой отряд. Архангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона, вперед! Джин, Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Джин! Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю этой железяки крылья без тебя. Так, что я сейчас за Джима буду играть или за Сару? Может, все-таки за Сару. Продвигаюсь к цели. Что, я думаю, без конца спаим способности. Можно даже потанковать маленько, чтобы ребят наших не отстреливали. Поняла. Время платить по счетам. Так, я пойду возьму просто Энку, чтобы опять на него способности закидывать. Марш-бросок. Иду. За дело. Эй, ты куда там, товарищ? Цель выбрана! Сбросить капсулы! Иду. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Поняла. Да и что творит? Ты дыщ, кажется, там всех наших Хорошо. Разнесло. Но я, к сожалению, не могу этими Задела. Ребятами управлять. Я не могу им сказать, Маша, ребята, вы что говорите? Опа. Самое время использовать кинетический удар. Так, пойду возьму энергию. Я, территорию. Мне кажется, так быстрее его убью. Хорошо. Иду. За дело. Высадка десанта! Нет. Марш-бросок. Так, энергию берем. Я даже не лечиться, Хорошо. Да, беру эту аптечку вечно, а просто чтобы спамить Задела. Скиллами. Поняла. Марш-бросок. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Блин, все-таки задел, да? Поняла. Вот, кажется, Иду. И все. Джимми не поспел. Джим, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм, понял. Вот так вот. А чё б тебе на этой посудине не подлететь, там... Пару метров не пролететь и не подобрать. Все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Типа нас разъединили. О, Нова. Старая знакомая. Так-так. Джим Рейнер. Ты помог мне разобраться с Тошем, и я это ценю.
но дружба дружбой, а служба службой. Рассчитываешь получить повышение, куколка? Так, ну, миссия на этом заканчивается. Убита Сара Керриган. Кинетический удар. Двигатель уничтожен. Один из шести. Вот, я так и знал, что будет достижение. Типа, не дать им... Ну, жалко, один все-таки потеряли. А, ни разу не получить урон. Я, наоборот, там пытался где-то танковать. Хотя там, я вот только один раз помню, когда он меня прям способностей накрыл. А, и он еще, по-моему, один раз приземлялся рядом, и я получил урон. Ну, в общем, да. Ладно, ребятки, вот такое вот у нас начало кампании Зазергов. По-моему, очень круто. Я как будто какое-то качественное, отличное кино посмотрел, и мне очень интересно, что там будет дальше. Надеюсь, что вам тоже интересно. Ждите в ближайшее время дальнейших выпусков. А у меня на этом все. До новых встреч. Джим? Джим? Где Джим? Нам не удалось вытащить его. Валериан. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валериан на нашей стороне. Нам не по пути. Капитан, вражеские корабли внутри периметра. Звенья 3-9, доложить обстановку. Пробоина в корпусе, 7-й отсек. Маневр Дельта-4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион. Прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима.